И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и мы продолжаем играть в Team Fortress 2, а точнее в мини-игры в Team Fortress 2. Короче, давно не выходил Team Fortress 2, а именно мини-игры. Вот, думаю еще раз зайти, не кончился ли у меня стаж именно наигранный. Тут что, 130 боев вроде как выиграл. 130 побед, все-таки то же самое, нормальное дело. Тут надо ввести синий, точнее, blue. Я раньше, помню, тупил, не мог понять, почему это написано синий, а когда что писать. Оказывается, все просто. Там все написано. Короче, чтобы выигрывать в режиме с призраками, нужно всегда стоять в углу. А вообще, чтобы выигрывать в мини-играх этих, надо всегда стоять в углу. Если ты до сих пор не в это играешь, тогда все-таки запомни, это 8-минутная заметка, что нужно стоять всегда в углу. Потому что это самая рабочая тактика. И тут видишь, что даже эти не поймают. Тут даже этот раунд не боится. Видишь, почти практически все умерли, а мы остались в живых. Потому что все угол. Магия угла. А ты думаешь, почему иллюминаты из трех углов состоят? Чтобы им всегда везло. Диспенсер. А вот иногда, вот знаете, тут не появляется этот, как если вы смотрели в прошлой серии, там тоже не появлялся, из-за этого я проигрывал. На каком я месте? А меня вообще нету в списке, да? А нет, 9 очков. Я, можно сказать, один из первых мест. Но хотя, мне кажется, мы не поднимемся до таких высот, как... Да, вот уровень я постоянно не мог пройти никак, вообще постоянно. Что там Happy Birthday делает? Опа. Насмешка. Насмешку выполнили. Теперь снова идем в угол, чтобы все было хорошо. Угол это хорошо, надо запоминать это. Если... Так, а тут тактика, выработанная годами. Бежим по углу. Опа, опа, опа. А, меня уже кто-то пытается мутузить. А мы перепрыгиваем. Ну так, будем лучше делать, чтобы всяких супостатов-то отбивать. Всяких печенегов. На, на, на. За мной никого нету. А! Черт! Чтобы не убили. Опа. Хопа. Все. Затащили, представляешь, затащили раунд. Don't move. Хорошо, don't move'имся. А мы потанцуем. Тут самое главное просто именно стоять, а глядеть глазами хоть как можно. Ты хоть за вот так ися. Так что все нормально будет. Если don't move, тогда просто нужно стоять и не только не двигаться. Это лимба. Помню, когда я впервые играл в этот, короче, мини-игры. Тут, короче, не мог никак вылезти из этой фигни. Оказывается, надо было на КТРЛ и наверх. Хотя я так делал, все равно не вылазил. Непонятно. Вот так вот. Ну, сейчас мы затащим. Смотри, вот это вот самый легкий уровень. Смотри, вот так вот едешь. Так вот, вот так вот едешь, во все врежаешься. Обязательно надо во все врезаться. Вот так вот едешь, объезжаешь абсолютно. И вот так вот берешь и едешь обратно. Так вот. А, кто в меня врезался? Вот что означает, надо смотреть за дорогой. Я, видишь, я посмотрел на тебя и как бы вот так произошло. Ну, затащили снова. В очередной раз, так сказать. Три первых места. Я хочу, чтобы что-нибудь на хэви было, потому что мне все мини-игры на хэви везут. Вот так и думал, что сейчас это будет. Ладно, идемте вниз. Потому что сверху сейчас слендер придет. Это херня проверенная. Попробуем затащить. Я никогда тут никогда не побеждал. Я даже не видел, что тут кто-то побеждает. Как бы... И надеюсь, что мы станем первыми. Точнее, я увижу это первым, кто сделает вообще это. Кто затащит здесь. Не-н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 е. Меня загнали в угол, представляешь, меня отвлекли. Нас... как его там? Короче, Лего. Мы с Лего застигли в тупик. И нас убил Слендермен. Слендермен, это дрыщ, который нас убил. Короче, мы настроены на победу, особенно как наш медик. Мы очень настроены на победу. Буджи минус 10, что я минус 5-то написал? Ужас. Опа. Прикинь, вот так вот, вообще нормально. Вообще нормально, представляешь? Взяли, использовали парашют и выиграли. Но сейчас мы должны затащить в этом раунде. Мы с тобой затащим, это я тебе отвечаю. Вообще прям отвечаю, затащим. А тут вот так делаем. Я кого-то убил даже. Нормально. А вот от него подарочки даже какие-то остались. Мы затащили. Надо будет потом еще как-нибудь... Как эта шляпа-то называется? Я забыл. Короче, шляпа такая, фуражка в Team Fortress. Я ее потом как-нибудь добуду.
Потому что он все-таки все равно на все классы, короче, украшает конкретно класс. Опа! Все! Хэви! Иди сюда! Хэви! Ну-ка, не смей убегать! Я слишком настроен, чтобы поймать тебя, так что у тебя нет шансов. Ну-ка, иди сюда, Хэви, с кепки. О! Я что, только один знаю, как к нему залазить. Спасибо. Спасибо то, что быстро не бежал. Видишь, он даже не волновался. Он не знал, что будет им с ним. И как бы с ним все нормально. И как бы тут тоже все нормально. Угол. Угол, самое важное, это угол. Действительно, потому что угол, это все, это спасение. Потому что если у тебя, ты сидишь не в углу, то тебе конец. Жопец жопенский в жопу. О! Из всех я решил стрельнуть в Хэви. Да, промах. Мое мастерство в этих мини-играх падает современно. Ой, постепенно, а не современно. Мастерство снижается, потому что я слишком стар уже, чтобы играть в эти мини-игры. Но все-таки новые наставники, думаю, смогут выдержать. Или еще кто-то пишет ВКонтакте. Или мне если послышалось. А! Пишет ВКонтакте! Нет, только не надо писать ВКонтакте. А то сейчас не будет по протяжении всей серии. Чу-чук-чук-чук-чук-чук. О, два человека на первом месте. Это Optic MTN. Все, ничего, Team Fortress день рождения. Так, ладно. Бежим, бежим, бежим. Ай-яй-яй-яй. Успели. Так, эту фигню закрываем, маразмус. Маразмус всем баразмус. Опа. Готов. Почему? Я же вот от него избавился. Магия черная, черная, причерная магия. Прямо с гетто. Представляешь? На маги... Суп магии, знаешь такой? Вот пакетик магии. Вот тут то же самое, только черный магии. Так, а мы стоим, короче. Кто меньше, как бы... А! Ты кто это сделал? Ладно. Я хотел сказать, кто меньше всех дерется в данном режиме, тот больше всех остается в живых. Падла, меня кто-то еще и толкнуть решил. Три первых места. Где такое видно? Сэндвич. А интересно, что будет, если я просто обычную насмешку будешь использовать? Никто не знает об этом. Потому и создается такой вопрос. Ага. Давайте-ка мы поржем над стеной. Ха! Это ж угол! Короче, угол... Угол вообще нам помогает, а мы над ним ржем. Ладно, так. Сейчас будем прыгать. Прошли, знаешь, затащили. И снова чешется нос. Прям как... Не знаю, как чё. Опа, давайте, хоп. Покажем-ка мы бицуху в стене. О, смотри, смотри. Угол, ты нас спасаешь, а смотри, какого ты... Качка спасаешь, ну-ка. А, да, успел кого-то завалить. На, на. Да я прям раздаю. Нифига себе. Ну-ка, опа. О, мы остались живых. Отлично. Это самое лучшее, что можно было бы сказать. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. О, мы остались зато в живых. Не умерли. Бусты. Optic MTN Div 666. Я тебе покажу 666. Я бы не... Попробуем затащить. Ах, только не стреляйте, пожалуйста. Да, боже. Да я забыл, как в это играть. Леха. А! Раз. Два. Давай-ка. Три. Четыре. Мы затащили? Даже не играв. На тебе. Затащили. Затащили, так затащили, представляешь? Я же тебе говорил, что я затащу.
А ты говорил то, что нельзя тащу. Вообще бывает. Как говорят, мне типа... Кончился, так сказать... Не забыл так сказать. Скилл кончился! Ай-яй-яй, оказывается. Никуда не кончился скин. Почему-то все говорят в микрофон. Давайте-ка мы отключим микрофоны. Голос где? Вот, вот так вот делаем. И абракадабра, и голоса больше нет в игре. Не приходится теперь... Вот тут по миллион раз, кстати, надо их размутить, потому что мы все равно магию сделали, магию Team Fortress'а. И, в принципе, все нормально. А мы станем в углу и будем ждать следующего раунда. Он уже настал, представляешь, как неожиданно. Прямо как Дженнифер Лопес. А-а-а! О! А мы еще как-то затащили. Представляешь, мы как-то затащили. Это обычно... What the fuck? Нас убили. А знаете, что надо было сделать? Использовать тактику, выработанную годами, бегать кругами. Больной демоман какой-то. С какой-то поломанной рукой к нам подлез. Знаешь, он напугает нас, ходил, знаешь, что такое? Привет. Ты как это? Знаешь, из леса ведьма. Опа. На. Затащи. Че, затащили? Затащили? Не. 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 Не-не-не. Не. Да когда уже... Да, о, я промахнулся. Не. Да, дайте мне уже бонус. О, все, дали. Давайте скажем то, что мы его видим. Так вот. Ну не тебе, конечно, им я это говорил. Типа этим, как коробочку. Но все равно. Не надо на то целиться. Бонд. Джеймс Бонд. А мы остались в живых. Так что все нормально. Не получится у тебя это. Хопа! Подбежали. Знаешь, уже до автомата выработалось. То есть, знаешь, понимаешь? Запускается раунд, ты уже знаешь, что делать. Закрытыми глазами можно смотреть. Да не, правда, тут я не смогу с закрытыми глазами, потому что тут нереально. Все равно попробуем. Попробуем. Оп, нас кто-то подтолкнул. Спасибо тебе. А, слава Арстон. А, все. Не догнали его. Три человека. А как он выжил? Как он выжил? Вроде же три человека должно за него залезть, и там было... Раз, два, три... Четыре человека, вроде как, по идее, в него влезло. Don't stop moving. Надо всегда бегать. Don't stop moving означает не переставай бегать. Или же просто... Не, стоп, бегать. Да. Прыгнули, прям затащили. Все, снова идем в наш угол. А, нос, не чешись. Танцуем. Ну ладно. Затащим. Уже 10 очков сделали, мы вроде еще ни разу не погибли. Не проиграли вроде как ни разу. А, не, мы проиграли, когда затык выиграли, и тогда и проиграли. Или как его там зовут? Пеший всадник или всадник без головы? Короче, какой-то всадник без головы. Мы за него когда играли, мы проиграли. Что это сейчас было? Что это сейчас было? Что это сейчас вылезло? Я не заметил. Ко мне что-то пришло, что ли? Ха! Ну-ка. А чё? Только что пришло ко мне. О! Зато победили. Идем в угол. Ладно, это будет для нас иллюминатами, что сейчас приходило. Путешествие в центр воды. И куда? И где он? А, ну вот он. Знаешь, мы после воды надо... Мы вернулись домой. Вот так. Никого нету. Черт, черт! Мы нарушили нашу тактику! Знаешь, мы не стояли в углу, мы и мы проиграли. Обычно так оно и бывает. Если ты не стоишь в углу, ты проигрываешь.
смотрите, мы, короче, 14 очков. Если даже мы... Вот сейчас нам надо затащить раунд, в котором наш оппонент не затащит, который стоит на втором месте. То есть даже если мы проиграем босс тайме, мы по-любому затащим. Видишь такую тактику? То есть если ты в босс, если там, знаешь, тебе босс тайм не нравится, просто тупо выигрывай во всех раундах и смотри, чтобы твой оппонент на втором месте не выигрывал. Если так оно будет, то есть даже если ты проиграешь, ты все равно выигрываешь. Так оно и бывает! Мы остались живы. Так оно и тоже бывает. Сейчас снова попробуем зайти в Б, но я что-то тебе Б не доверяю. Представляешь? Нас Б, оказывается, полюбило. Он думает, ну что я ему опять буду... Только что ж было у тебя 11, что, уже 3 раунда, что ли, прошло? Ладно. Фак. Почему именно... Почему я за хэви-то играю? Мы должны затащить. Надо со всеми хэви действовать, чтобы мы победили. Все, бежим вместе с этим хэви. Ладно. Надо вместе с хэвиками бегать, потому что если мы бежим вместе с хэви, то мы побеждаем в любом случае. Да вот, блин, вот как... Как я его не поймал? Так. Давайте все бежим за одними. Вот за этими. Ладно. Давай. Мы должны тебя поймать. Да иди сюда, ты падла. Ну-ка. Сейчас, давайте, комната, сужайся. Вот как я его не поймал? Так, хоть кого-то поймал. Ну-ка. Еще кого-то поймали. О, их двое осталось, трое. Мы проиграли, представляешь? Мы должны затащить в этом раунде. В любом случае. Так, оно все было только что переделано, и, короче, мы сейчас выиграем, короче, все. Настроены на победу. Знаешь, мы победим в любом случае. Неважно, какая там будет мини-игра в конце, но мы победим в любом случае. Мы будем выиграть каждую мини-игру, чтобы второе место, даже если победило без босс-тайме, оно проиграло. Сейчас, давайте, мы затащим последний раунд в этой серии. Давайте, мы должны это сделать. Вот что сейчас произошло? Вот что? Что сейчас было? Мой инженер явно недоволен данной ситуацией. Посмотрите на его лицо. Он же ужасное. Он реально думает, ну что это за фигня? Ну, ёлки-палки, ну мини-игры. Они знают то, что, типа, надо ему как-нибудь подговорить, чтобы он не победил. И вот оно так делает. Либо я слишком быстрый для этой мини-игры. Но все равно. Давайте же все-таки поржем. Красно-синий, красно-синий, представляешь? Молодец, привет. Ты что меня бьет? Вот тут встанем и все. Не будем стоять. Опа. А, в хэт. Прям практически в голову засадили, представляешь? Хотели в голову, а практически в голову засадили. Тоже нормально. У нас разукрашенный с желтой головой. Тактика, выработанная годами. Беги! Мы даже кого-то убили, ребят, представляете? Тактика! Она вырабатывалась годами, но мы заточили. Опа. Знай, будешь знать, как приходить на мое место. Не приходи на мое место никогда. Я тут сижу. Когда я на сервере, это мое место. Хе-хе, классно придумал, да? Все, забил. Все, я поставил презентацию и, короче, авторское право. Да как так? Ну это мое ж. Но тут есть другие углы, как бы, так что все нормально. Все путем, так что идем в другой угол. Раз там супостаты, тогда мы будем здесь сидеть. Опять? Тыквоголовые, да елки-палки, сколько можно? Два раза за игру. Лучше дали мне этот парашют, где надо прыгать. А-а-а, тащи, тащи, тащи. Мы даже кого-то ударили. Мы даже кого-то убили. Это все угол. Что-то, мне кажется, мини-игры повторяются. В смысле, you failed? Я же вроде сломал бочку.
This is on an empty hall. Я не знаю, если честно, как is empty hall. Я не знаю, как правильно читается. Фу, мне показалось, у мистера Вульфа 15 очков. Это жесть была бы. Жесть жестная. Затащи. You won. Вон, мне говорят, слышишь? Но это, оказывается, переводится же, как ты выиграл, типа. Так что тебе не надо прогонять, главное, ты выигрывай. Но все равно мы тебя подосрем в конце, чтобы ты проиграл, скотина, да? Вот так и думает эта мини-игра. Точнее, этот сервер. Руки с жопы. Вот что. Вот так оно всегда и бывает. Ну, сейчас нас не убьет. Мы лучше потанцуем перед стенкой. Вот так танцуем. И новое... Противогазик на пиро. Смотрите, как он выглядит. Мне его подписчик подарил. Тоже классно выглядит, да. Да вы достали, супостат, и мое место занимаете. Нежели. Засмотрелся на Дэвида Мейсона или как его там зовут. Фак! Надо на красных только! Успели. И сейчас второго еще затащим. Мастер. Двоих затащил. Вообще красава, да? Хоп! Это че-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 че. Че он тут спавнится? Обычно он иногда вот тут спавнится, знаете? Вот когда нигде нет этих, то он спавнится именно здесь. Знал ты или нет? Наверное, скорее всего, не знал, потому что я сам об этом... Очень долго пытался догадаться, где находится, если его нету. Оказывается, он на берегу за камнем. Ух ты, я обогнал мистера Вульфа. Затащим. Постараемся. Тащим! Это же легкая мини-игра! Я уже привык к русской озвучке, она мне уже прижилась. Уже, не, английская уже не по себе. Уже русская озвучка сильнее прижилась, чем английская, потому что я, как-то я помню, играл тоже с русской озвучкой давно. Потом мне написали, типа, ну не, на английскую, типа, чё ты с русской играешь? Я перешел на английскую, и мне понравилась английская. Потом у меня произошел косяк какой-то в Team Fortress, переименовался в английский язык. И нифига, короче, не хочешь никак меняться. Пришлось поменять на русский, чтобы опять появились русские буковки. Ну-ка, мы должны это сделать. Это трудно. Но мы должны сделать это. Ха, мы до сих пор бежим, представляешь? Нам выпал какой-то СМГ с глушителем. Ну ладно, это на снайпера, я точно знаю. Так, сзади нас бананы бегут. А это, походу, та горилла. Или макака. Да! Вот бежит. Давайте, мы должны сделать это. Последний раунд в этой серии, мы должны затащить. Под музыку. Не повезло, Хайвику. Мы один выжили! Банан! Единственный банан. Я самый лучший банан в мире. Сейчас всех убьем. Как? Что ты любишь делать? Я люблю побеждать, чтобы убивать. Просто людей убивать нельзя, а здесь можно. Вот так. Давайте покажем бицуху. И на этом закончим серию, так сказать. Ладно, ребятушки, если вам понравилась эта серия, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Бенни. Всем удачи, ребятушки. Всем пока, друзья.